Мой прадедушка Василий Иванович Клюев родился чуть больше века назад. В 1917 году в городе Петрокрепость, ныне это Шлиссельбург. В ряды Красной Армии был призван в 1939 году Мурманским городским военным комиссариатом. Прошел две войны – финскую от начала до конца и Великую Отечественную в звании гвардии старший сержант, командиром орудия 48, гвардии краснознаменной, ордена Суворова, гаубичной артиллерийской бригады. Участник боев за оборону Сталинграда, освобождение Украины и Польши. После освобождения Украины к прадедушке подошла пожилая женщина и протянула ему оберег, взяв обещание всегда носить его при себе в гимнастерке, и сказала ему, что он будет ранен, а с войны вернется живым. Так и получилось. Он прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся домой. В сотый день Великой Отечественной войны, то есть 29 сентября 1941 года, в бою под селом Перещепино прадедушка вел огонь прямой наводкой по немецким танкам. В результате был уничтожен танк противника. В бою под селом Большая Чернечина он уничтожил еще два вражеских танка и в феврале 1942 был награжден орденом Красной Звезды. 26 марта 1945-го, будучи командиром трофейного орудия, Василий Иванович Клюев обеспечил продвижение нашей пехоты, уничтожив и подавив огневые точки противника, за что был награжден медалью за отвагу. Среди наград моего прадедушки – медали за оборону Сталинграда, за победу над Германией, за освобождение Варшавы и взятие Берлина. Согласно записи наградного документа от 6 апреля 1985 года, Василий Иванович награжден орденом Отечественной войны первой степени. Как рассказывала моя прабабушка Вера Ивановна Васильева, уроженка деревни Бабьи Новгородской области, по распоряжению сельсовета их заставляли писать письма на фронт для поддержания боевого духа советских солдат. В 43-м году Вера Ивановна начала переписку с гвардией старшим сержантом Василием Ивановичем Клюевым. Так состоялось заочное знакомство двух военных судеб. После Великой Победы прадедушка приехал в Новгородскую область, нашел Веру Ивановну, и они поженились. Своего дедушку я знаю лишь по фотографиям и рассказам, но я уверена, что он был очень добрым, веселым человеком и безумно любил своих детей и внуков. Я буду помнить.